Привет, с вами Ольга. Сегодня приготовим латте с натуральным клубничным сиропом. Будем готовить его в домашних условиях, без кофемашины. Молоко берем жирностью 3,5%. Именно такое молоко используют профессиональные баристы для вспенивания. А взбивать мы будем вот таким образом. Берем заварник для чая, он будет служить нам прессом для взбивания. Наливаем молоко подогретое, но не кипятим, примерно 60 градусов. И дальше вот такими движениями взбиваем молоко. Оно будет увеличиваться примерно в 2 раза и создавать пенку парного молока. А вы любите парное молоко? Я в детстве любила его пить. Все время стояла с большой кружкой около любимой бабушки, когда она доила корову. И не только я. Сбегались все наши котики. Это вкусно. Попробуйте как-нибудь. Вот такое воздушное, как облако, получается взбитое молоко. На дно льем клубничный сироп. Воздушное взбитое молоко. И сваренный заварной кофе. Сахар по вкусу. Вот такое красивое кофе у нас получается. Смотрите, какие разные слои получаются. Это очень красиво и вкусно. Если вам понравилось, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Готовьтесь с любовью, живите вкусно. До новых встреч!